И давайте встретим финалисток первой возрастной группы от 13 до 16 лет. Его завоевывает участница, скрестите пальчики, участница под номером 4, Ефимова Юлия! Цветы, диплом, лето, ювелирные украшения! Фотосессия от Артура Хусаинова. И все это «Жемчужине Поволжье 2014». Возрастная группа 13 до 16 лет. Было волнение, радость. Смотришь на близких тебе людей, на зрителей. Вот думаешь, держишь пальцы в крестах, думаешь, хоть бы номер 4, хоть бы твой номер. И вот называют, такая большая радость. Появляются слезы на глазах.
Жемчужная корона и титул «Жемчужина Поволжья 2014», который завоевала участница под номером 11 Чумичина Маргарита! Цветы, диплом, лето, ювелирные украшения, фотосессия от Артура Хусаинова, и все это «Жемчужине Поволжья 2014». Приятная церемония награждения. Что ты чувствовал в тот момент, когда вот-вот уже собирались назвать номинацию «Жемчужина Поволжья 2014» в твоей категории? Честно говоря, когда мне уже дали мисс Алекс Фитнес, я уже ни на что не надеялась. И когда назвали эту номинацию, я просто была в восторге. Это было так неожиданно, так приятно. Это просто незабываемые эмоции.